Вот так выглядят мои украшения осенние с улицы. Идемте, я покажу, как внутри. Вот сразу при входе я украсила шкаф для верхней одежды вот таким образом. Это деревянный поднос. В нем настоящий мох. Настоящие вот эти вот цветочки. То есть перемешанные, это тоже настоящие. Ну, в общем, здесь смешан настоящий материал, натуральный материал с искусственными цветами, яблоками. В общем, где-то так. Грибочки. Понятно, они настоящие, да? В общем, я считаю, что это вот очень хорошо к осени. Так, дальше выше. Выше вторая полочка. Здесь стоят две вот таких вот свечки, ну вот очень-очень осенние, считаю, да? Потрясающие цвета, посмотрите, три разных цвета. Вот. Какие-то оленята, мягенькие такие. Мне ребенок даже как-то их погладил, такие маленькие, не пушистые. А сзади, знаете что, я нашла, вообще мы перебирали в подвале, что оставить, что выкинуть, да? Я нашла вот эту картину. Она из янтаря. Сейчас я пододвину линялку и покажу. Когда-то мне моя подруга ее подарила в 2002 году, когда она с Одессы приехала ко мне в Америку. Костя, вот она мне подарила вот эту картину. И как-то она никуда у меня не подходила. Она долгое время здесь в Германии у меня пролежала в подвале, в коробке с другими картинами. В общем, я периодически убираю, периодически доставляю. Но согласитесь, сейчас вот эта осень, золотая осень из янтаря, считаю, потрясающая, да? Вот, спасибо моей подружке. Ее подарок спустя столько лет снова появился на самом видном месте при входе в дом. Ну, вот так вот прихожая. Идемте дальше. Ну, вот такое вот украшение стоит у меня на журнальном столике перед диваном. А в нем свечка, то есть это рябина. В темноте не видно. Свечка уже догорает. Ванильно-кофейный, очень вкусно пахнет. Ну и при свете я включила свет, чтобы лучше было видно. Ну, это такая вот обыкновенная простая композиция. Сейчас я покажу вам остальные. Ну и вот на обеденном столе у меня вот мой любимый плетеный разнос, или как его можно еще назвать. Я его декорирую по сезонам. Вообще как-то купила его буквально за копейки. Он у меня стоял на террасе. То есть я его декорирую по сезонам. Очень удобно. В общем-то, как бы на нем надо было там, я не знаю, кофе, чай, капучино подавать, да? Но вот он мне служит совершенно для другого. Он мне нашел приспособление просто как украшение, как декоративное. Я им не пользуюсь как разносом. Что сделала я здесь? Да, кстати, я вот тут купила новые две таких вот скатерочки, можно их назвать, да, они из шерсти, очень нравятся, они шерстяные, они как шарфики, вот такие синие, мне очень понравились, они их приобрела в депо. А что сделала я здесь также? Мусс, настоящие желтые цветочки с искусственными. Ну, в принципе, практически все настоящее здесь, да? Вот, пару цветочков искусственных. Вот так вот. Еще я смастерила, сейчас покажу вам. Вот у меня стоит вот здесь. Он стоял на барной стойке, но я поставила сюда. Это свечка. Это, в принципе, вообще здесь я допеку очень маленькие тортики, я храню здесь, или кексики, она очень маленькая.
Но даже очень маленький торт сюда очень сложно входит. Так что я придумала опять-таки другое приспособление для этого. Я декорировала. Зеркально мне очень нравится. Так когда-то я делала на подписку на один дизайнерский журнал, и вот такой подарочек они мне прислали. Сейчас попробую открыть крышечку и показать вам, как там внутри. Так. Открывается. И вот тут тоже у меня олененок. Тоже желуди. И такая же свечка у меня стоит в прихожей. Ну, подобная свечка. Вот. И оленята. Я их купила несколько штук, но очень мне понравились, такие милые. Сейчас покажу мне еще дальше, чтобы они подумали, что я одних и тех же оленей переставляю с места на место. А вот это сервант и вот это вот две маленьких вазочки. Это сделал мой сын. Одну вазочку он сделал, когда ему было 9 лет, вторую взял, когда ему было 7 лет. Там немножко вот такая. Настоящие глиняные вазочки. Вот, у меня тоже такой кувшинчик. У меня два таких кувшина. Ну, они немножко разные. Один прихожий стоит, один здесь. Вот, я тоже как бы этот уголочек немножко декорировала оленями, сервантик свой. Ну, так, в принципе, соседние декорации. Зеркало, видите, внутри. Ну и сверху тоже деревянные вот такие вот желуди, вырезанные из дерева. А их тоже уже несколько лет, в принципе, использую. Ну вот, оленят бэмбички. Бэмби у меня маленькие, я их приобрела. Стол на террасе я декорировала вот такой вот обыкновенной баночкой. Ну, конечно, ваза, но она, в принципе, выглядит как обыкновенная баночка. И сверху вот такой веночек. А внутри банки нет ничего, ни мха, ни желудей, потому что ж я тут зажигаю настоящую свечку. Если бы здесь была свечка на батарейках, то без проблем туда можно было бы, конечно, и мох положить, и какими-то цветочками украсить. Но если вы вдруг решите сделать в баночку настоящую свечку, пожалуйста, ничего не надо добавлять. Но это как бы безопасности. Вот. Эта скатерть очень старинная. Она досталась мне, скажем так, чуть ли не от прабабушки моего мужа, да? Обыкновенная льняная скатерть. Вот я ей ей пользуюсь только осенью на террасе. Ну вот, чтобы вы видели, я убрала этот веночек. Вот. Обыкновенная баночка, да? Я ее хотела сверху украсить шнурком, даже шнурок я не стала сюда добавлять, потому что, в принципе, вот венок. Вот венок. Уже видели, у меня в предыдущих видео использовался этот венок. Очень красивый, очень просто шедевральный. Я его когда увидела, я в него просто влюбилась с первого взгляда. Его использовать можно, я уже говорила, и на двери, и на стене, и вот так вот на столе, как я вам только что показала. Так что у меня любовь с первого взгляда к этому венку. И второй тот, что я тоже вам показывала, но я вам показала сегодня, у меня на журнальном столике с
Калины. Ну, не настоящий, но зато вечный. На кухне, на подоконнике я украсила свой любимый разнос. Тоже подарок от подруги из Польши. Вот видите, сколько у меня оленей и оленят. Бэмбички у меня в этом году просто везде. Ну, красивые, правда? Если у кого-то есть вопрос, где их приобрела, я вам расскажу. Спрашивайте в комментариях. Если кто живет в Германии, расскажу в магазине. А вот эта вот свечка, она цимт. А, корица. Она из корицы. Вот. Я ее купила в том году на распродаже. Думаю, как раз осенняя тематика. Ну, то же самое мух. Тарелочку сделал мой сын. И вот остальное натуральное. Все натуральное. Мне очень нравится. Да, еще вот не сняла, мне показала. Это еще не все. Вот у меня есть очень большой сосуд глиняный. Кувшин. Он где-то метр высоты. И я его украсила тоже яблочками. Вот. И своими любимыми цветами. Ну и вот. Еще вот такое маленькое украшение. Это подушечки, две подушечки. Когда-то их купила, по-моему, в Париже. Они арома. Ну, были арома. Сейчас в них надо внюхиваться. В общем, в этих подушечках трава очень оригинальная. Да, яблочки сверху. Очень давно покупала. И вот такое серебряное у меня блюдо. Скорее всего, оно мельхиоровое. Я думаю, что оно мельхиоровое. Честно, я не проверяла. Похоже на серебро, но думаю, что мельхиор. Но, в принципе, это не важно. Я его не использовала. Я уже думала, ну вот зачем оно? А вот я вот решила, что его тоже буду декорировать. И вот так я мух добавила. Вторую подушечку. И желуди. Ну что, неплохая композиция получилась. Что вы скажете? Как вам это? Все. Вообще, как вам? Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам нравится мое украшение, то, что я делаю для себя, ну, для своих родных и близких, конечно. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!